Несмотря на то, что археологи, ботаники и специалисты по истории питания предоставляют различную информацию о происхождении лука и о том, где его сначала начали выращивать, все они сходятся в мнении о том, что начало его существования в Азии, откуда он и распространился по всему миру. Культивируемый в течение 5000 лет, с его бесчисленными преимуществами для здоровья и ароматом, лук венчает наши салаты и различные блюда. Помимо его использования в строительстве, форма лука вдохновила на создание многих конструкций, куполов и усыпальниц в различных религиях. После того, как древние римляне обнаружили лук, они стали использовать его регулярно в блюдах своей кухни, что повлияло на кулинарную культуру Запада. С открытием Америки лук был завезен в Новый Свет и стал очень популярным корнеплодом. Лук является древним и наиболее широко используемым овощем, который можно выращивать на всех видах почв по всему миру. Лук с его незаменимым ароматом необходим для приготовления блюд. Он создает большой сектор экономики с производством почти 100 миллионов тонн в год во всем мире. Организация Объединенных Наций сообщает, что лук выращивают минимум в 175 странах, и эта цифра более чем в два раза превышает число стран, выращивающих пшеницу. Азия является крупнейшим производителем лука с долей рынка 65%, в то время как у Америки, Европы и Африки у каждой чуть более 10% доли рынка. В Азии Китай является лидером производства лука с 23 миллионами тонн. На втором месте Индия с объемом производства свыше 19 миллионами тонн. За Китаем и Индией следует США с объемом производства более 3 миллионов тонн. Другие крупные производители лука, соответственно, Иран, Турция, Пакистан, Египет, Бразилия и Мексика. Хотя Азия имеет наибольшую долю по объему производства и площади, она не заняла лидирующую позицию на мировом рынке лука. Это связано с высокой плотностью населения, недостаточным количеством места для хранения. Из-за этих факторов она не может выйти на зарубежные рынки. Поскольку страны стремятся увеличить свое производство в связи с ростом демографического населения, они пытаются продать свои излишки продукции на мировых рынках для формирования национального дохода. Если новые инвесторы выбирают сорт желтого лука, с учетом требований рынков развитых стран, им надо знать, что они имеют большую долю рынка. Почти на 90% лук потребляется внутри страны, где он выращивается. Поэтому не важно, из какой он части мира. Однако едва ли есть такие блюда, в которых лук не используется. Это желанный аромат для салатов, мясных, рыбных, куриных и овощных блюд, вместе с доказанной бесчисленной пользой для здоровья. Кроме того, недавно был создан вспомогательный сектор луковых продуктов, таких как луковые чипсы и луковые кольца. Имея низкую калорийность и содержание жира, лук является богатым источником питательных веществ, таких как сера, клетчатка, витамины В и С. Кроме того, известно, что в настоящее время лук широко используется в альтернативной медицине и обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами. Эти качества делают данный овощ еще более значительным. Традиционный способ хранения лука – сушка вместе со стеблем и хранение в холодном погребе, подвале или темном овощехранилище после сбора урожая и до потребления. Однако при таком способе хранения в результате порчи сохраняется только около 40-80% урожая. На данный момент экономика нашей планеты не может позволить себе такого количества отходов. Лук нельзя сразу хранить в холодильнике после сбора урожая.
Во-первых, луковицы нужно просушить в течение нескольких дней. Затем начинается стадия созревания, которая позволяет формированию кожуры и цвета, характерного для каждого сорта лука. Лук подготавливается для хранения в холоде при понижении температуры на максимум на 0,5 градусов Цельсия в день, чтобы достичь идеальной холодильной температуры понемногу. В зависимости от сорта лука, он хранится в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов Цельсия в холодильных установках. Лук можно хранить в холодильнике до 10 месяцев без ухудшения. Вентиляция жизненно важна для хранения лука. Прежде чем лук попадает в магазин, его сначала постепенно нагревают в условиях контролируемой температуры для предотвращения конденсации. Разве это не интересно? Это немного трудный и сложный процесс, но он того стоит. Однако сейчас сохраняются с использованием современных методов хранения от порчи всего только 20 миллионов тонн мирового производства, которое составляет 100 миллионов тонн.